Насколько я знаю, у меня еще нет детей. Да. Спасибо, что вы радуетесь этому. Типа, не нужно продолжать род. Ну, окей. Но люди, которые, у которых есть дети, они поговаривают, что очень тяжело понять, чего же хотят дети, особенно когда они еще не разговаривают. Мне кажется, мы поняли. Потому что мы посмотрели на ситуацию со стороны ребенка. Внимание! Так, вроде бы все взяли, да, пристегнули на свою балалайку. Давай, бринчи, давай. Все, можно ехать. Бутылочка. Мы не взяли бутылочку! Держи твою бутылочку. Просто 6 часов ехать, но я бы перенервничал. Ну, с Богом. Поехали. В машине к бабуле мы едем в село. На мне новый свитер, я машу рукой в окно. Можешь пока поспать. Меня покормили и памперс сухой. Пою громко песни, в кресло папе бью ногой. Не балуйся. Я в носу поковырялся, козюлю маме подарил. В общем, день почти удался, но мне свитер надавил. Это что такое? Мы подгузник меняли? Я перед выездом менял. Так а что это? Слушай, может, колики? Реально, колики, возраст. Это зубы. Точно зубы. Да какие зубы? Я их гелем мазал, зубы. Это просто твои гены, клянусь. Лишь бы поорать. Дали печеньку, про свитер забыл. Я видел собаку, ее папа чуть не сбил. Потом я плевался в лобовое стекло. В него не попало, зато маме повезло. Эти ямы на дороге убаюкали меня. И вот глазки закрываю, но про свитер вспомнил я. Ну сейчас-то что? В Инстаграм без смайлика выложила, сглазили. А это он чувствует, что мы едем к своей маме. И шо? Все, я не могу, останавливай. Спокойно, спокойно, мы команда. Мы сможем, да? Делаем все, что знаем. Дай ему соску, налей ему сок, проверь его памперс, сади на горшок, включи ему Пеппу, читай колобок, дай ручку и паспорт, рисуй там сынок, давай играть в прятки, шарик надуй, корми его кашей, дам ему грудь, попробуй компоти, блин, наблился чуть-чуть, снимай ему свитер. Компотик хотел. Все для меня. Мама, папа, вас люблю. Я благодарен вам. Скажу спасибо. Как могу! Я не выдержу! Я же говорила, покрестить! Покрестить надо! А мы куда едем?
заснул. А мы как раз приехали. Никуда не выходим, пока не проснется. Шо? А шо? Команда Днепр!